Всем привет, привет, привет! Сегодня мы с вами будем готовить ананасовое варенье. Срываем их с грядки. Немного раскачиваем. С усилием рвем ананасина. Ну а дальше ставим на досточку. Крутим, вертим. Берем нож, начищаем его. Начинаем его очищать. Комар, прысь, муха. Место. Легким движением руки мы срезаем, 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 срезаем и садим снова в грядку. Берем грядку, закапываем, поливаем росой одуванчиков, растущих у гномиков. Пусть растет, расти большой и толстый ананасик. Лежащий ананас мы начищаем очищать. Легким движением руки. Так, мимо, стоп. Пальцы аккуратно. И начинаем чистить. Чисься, 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 ананасик, чисься. Сильно мы не уходим. Не заходим, очищаем ровно. Оп! И это вам не картошку чистить. Оставь важненько. Шинкуем, шинкуем. Так, муха, брысь. Дрессированная. Так, дальше. Продолжаем всю такую процедуру. Очищенные шметки мы дарим нашим маленьким друзьям. Мурашам! Мураши, мураши, пацаны, жрать, счастье подвалило, жрать. Аккуратно ложим рядом, не нарушая их пространство. Жрать. Продолжаем ту же самую процедуру с другими ананасиками. И садим их рядом, чтобы им было не скучно. Ой! Хорошо очищенные, стерилизованные ананасы. Надо порезать на кусочки. Руки идеально чистые должны быть, они вымыты в бочке. Идеально снежным шампуником. Хэт его знает. Так, нарезаем. Братан, ты что тут ловишь? Ты что тут поймал? И ты не там ананаса кушай, ты другой ананаса кушай. Кушай, братан. Братан улетел, кушай другой ананас. А мы пока с вами нарезаем нотки. Дольки ананас вкусный, сочный, я вам говорю. Берем чистую эмалированную чашку, в ней мы будем варить наше варенье. Наши друзья мураши подкатили нам лимончики, 2 штуки, нормально. Ставим миксер, миксерные ножи и перекладываем сюда. Осторожненько как раз, ананас мягкий. Закрываем крышку, поехали шуршать, придерживая. И перекладываем ананасик в нашу емкость. Детская пюрешка. Для кого-то есть, конечно, для кого-то пюрешка. А запах, запах ананаса. Продолжаем процедуру со следующими ананасиками. Поехали. И снова джин-джин. Вкусная пюрешка. Переходим к лимончикам. Берем нашу любимую досочку. И напополам. На досочке остались лимончики. Мы удалим с них косточки. Теперь аккуратно давим, давим. Смотрим, чтобы кость не бежала. Давим. Выдавливаем. Нам нужен сок.
лимон, посыпаем сахаром. Сахаром не жалеем, наверное, один. Пока один к одному, потом будем в процессе добавлять, потому что лимончик кислый, ананасик немного кисленький, крышка так-то нормальная. Сыпем, не жалеем. Затем перемешиваем это все. Пусть напитывается соком. Я буду постепенно добавлять сахар. А потом уже с вами поставим на медленный огонь. Сахар дальше буду подсыпать. И пробовать на вкус. Вкус. Так, ставим на конфорку. Медленный огонь. Досыпал я еще немного сахара. Ну как немного, с килограммчик сыпал. Ну, плюсом. Лишним не будем. Включаем медленный огонь и начинаем все это делать. Пусть у нас готовится. Пенку пока не снимаем. Свет шикарный, обалденный. Я знаю, что вам говорю. Я мастер ананасов 80 уровня. Пока пусть варится, за это время ставим банки в духовку и крышки прокаливаться. Стелим тряпки, достаем банки. Банки горячие, берем перчатку. Включаем варенье, снимаем пенку. Пенку. В чашечку. Сразу сюда. Сколько много здесь пенки. Но это вкусно. Также водяные крышечки. Перчатку. И начинаем наливать. Наливать в баночку. Осторожно. По чуть-чуть. Да, Нюшка, где здесь кипяток? Кипяток. Киса пришла на чудесный аромат ананаса. Так, сюда. Еще маленько. Достаточно. Беру также горячую крышку, но она уже остыла, стерилизованная. Накрываю и начинаем закручивать. Закрученные горячие банки мы переворачиваем. Это сильный кипяток, огонь. Надо делать это максимально осторожно и медленно. Так, оп. И вот такое варенье у нас получилось. Оно загустеет, когда постоит, потому что оно сейчас огненное, огонь. Пенку тоже можно скушать. Банки пусть стоят, пока остынут, мы их перевернем. На вкус шикарно. Шикарно. Ладно, с вами был Сануля Красотуля. Готовьте. Ананасовое варенье вышло замечательным. Всем вкусняшек, добра, мира, позитива. Всем пока-пока.